В Ереване не прекращаются протесты против новоизбранного премьера Сержа Саргсяна. Митингующие перекрывают улицы, блокируют работу госучреждений. Сегодня полиция задержала 102 активиста. Премьер призвал лидера оппозиции к диалогу. Тот ответил, что готов обсуждать лишь вопрос его отставки. Тем временем спецслужбы заявляют о предотвращении целой серии терактов. Арестовано 6 человек, в том числе 2 организаторов. Это граждане Армении. По словам правоохранителей, они хотели установить самодельные взрывные устройства в общественных местах, под мостами и около жилых домов.